минуты на минуту мы ожидаем прибытия знаменитого трофея. Приближается чемпион Испании, Италии, Португалии, победитель Лиги чемпионов 2002 года, лучший игрок мира по версии FIFA 2001 года Луис Фигу, официальный амбассадор Unicredit для UEFA Champions League. Я думаю, это мероприятие будет очень интересно многим болельщикам футбольным, нашим клиентам. Мне кажется, оно будет способствовать также и повышению узнаваемости бренда нашего банка и нашей группы в России. Place that is fantastic to promote the UEFA Champions League competition. Подходим к нему не как к коммерческому такому мероприятию, нам вложение и там отдача. Мы считаем, что, во-первых, это очень важно с точки зрения поддержания футбола в нашей стране. Да, это, мне кажется, это интересно многим и гражданам Российской Федерации, и гостям нашим, и болельщикам футбола. Я хотел спросить, кто ваши фавориты в этом розыгрыше Лиги чемпионов? I only know the Unicredit can be in the final, right? I'm sure. And of course the Real Madrid, Barcelona, Man United, or Chelsea. That's my prediction. Yes, but that's nice, you know. It's very difficult to. If you know now, you can win big money. Прежде всего, это поднимет настроение нашим болельщикам, да, и будет радостью для многих любителей футбола. И может быть среди молодого поколения вырастут новые чемпионы, которые потом смогут достойно, так сказать, поддерживать традиции хорошие нашего футбола. Мы из этого исходим. Конечно, большое значение имеет приезд этого кубка в нашу страну, но в первую очередь, конечно, для молодого поколения, потому что, глядя на него, ребята должны понимать, что, во-первых, это мечта их, я уверен, каждый из мальчишек хочет выиграть его. И, во-вторых, они должны понимать, что это вполне реально достичь. Наши клубы уже выигрывали Кубок УЕФА, а, к сожалению, пока еще не выиграли Кубок Лиги Чемпионов. Но я еще повторюсь, что у наших мальчишек есть огромный шанс, чтобы в будущем выиграть этот кубок, поскольку, тем более, для нас сейчас, для них, для мальчишек, создаются огромные условия, хорошие, комфортные условия. В нашей стране строится много полей, создаются различные другие комфортные условия. Поэтому сейчас повторю, у них есть хорошая возможность, чтобы этот кубок когда-то поднять на голову. Во многих странах я знаю, что именно банки проявляют интерес к футболу. И для меня, например, приятно то, что Unicredit Bank согласился на такое турне достаточно масштабного характера. И я с удовольствием, конечно же, во-первых, то, что мне предоставилась возможность, у меня появилось время, окно в своем графике, появиться здесь, участвовать в этом мероприятии. И надеюсь, что я в скором будущем пополню ряды клиентов этого банка. У нас будет несколько фотосессий. Сначала общая со всеми участниками пресс-конференции и затем амбассадоры вместе с Кубком чемпионов.